Ребятки, всем привет, всем доброе утро. У нас на часах 8 утра. Здесь проходит медобследование, подготовка к сезону, проверку футбольный клуб «Торпедо Москва». И я сегодня присоединюсь к ним. Сегодня нас ждет бег на дорожке беговой. Посмотрим, как бегают профессиональные футболисты, как пробежит блогер-футболист, так скажем. Отправляемся с вами. Сделай вдох через рот, а выдох через нос. Ой. Да, торопись, время идет. Всегда вроде одно и то же, и всегда страшно одинаково. Так тяжело мне еще не давалось попить. Ну вот аппаратура у окулиста. Типа это прям удивило. Я был оценен до 21 бить. Ни разу не вспотел. На поле сложнее. Это уже от головы зависит. Не. Я много не бегаю, я умно играю. Сборы это другое. Сколько пробежал? По времени, я не знаю, до 21 скорости. 15 минут было. 15? Как это? Нормально. Не пей. Да в целом я, наверное, не ожидал от себя какого-то результата, потому что было непонимание такое. Просто ориентировался на тех, кто там бегал на соседней дорожке, который раньше начал, и когда я там бежал на там, 11 км в час, он слез на 19. Я такой, блин, до 19 я добегу точно. И вот уже когда там оставалась минута до 21 скорости, я уже так через силу начинал бежать, потому что типа, хоть кого-то я должен был обогнать. Добежал до 21, сразу слез, поэтому в целом доволен. Но я думаю, что я больше выберу. Если не пропадайте, болейте за «Торпедо», и все будет хорошо.